Дорогие коллеги, здравствуйте! Дмитрий Каждан вновь приветствует вас. И сегодня я хочу вам рассказать о расческе D24 Choco Mix. Значит, в чем особенность данной расчески? Сейчас я вам расскажу. Вот такая у нас коробочка. Покажу вам ее со всех сторон. Вот такая она у нас, да? Значит... Как вы, наверное, уже успели заметить, да, значит, у нас она такая вся цветная. В чем это, для чего такая вот у нас она разноцветная предназначена? Не просто так. Значит, смотрите, эти два ряда у нас служат для хорошего вытягивания волос. Эти два ряда у нас служат как антибактериальные свойства, да, то есть они обработаны определенным составом, да, чтобы расческа у нас была антибактериальной. И вот это антистатик, то есть мы получаем такую вот комбинированную расческу, которая у нас и защищает от микробов, да, и антистатический ряд, и еще ряд, который усиленно направлен на вытягивание волос. То есть вот этим расческа отличается от других расчесок D24. Значит, также, что мы имеем? Мы также имеем ребро жесткости, которое оно у нас вот вытягивается. Да, вот оно, мы его вытащили. Вот, то есть это само ребро жесткости, как и в других D24, другой D24, о которой я рассказывал, извините. Значит, так оно у нас устанавливается. Все, и она уже, вот, видите, она, как я говорил ранее, она вот, она уже более мягкая. Все, то есть можно ей сушить, в принципе, короткие, там, средние волосы, но никак не длинные, вот, потому что иначе у нас просто-напросто ну, вырвете с корня все вот эти зубцы. Значит, дальше, если вы хотите, чтобы она была более жесткой, чтобы она работала на вытяжку, то есть берем и также обратно устанавливаем наше ребро жесткости и устанавливаем его обратно. И вот оно, видите, как, опа, хорошо у нас стало. Вот такая вот у нас D24 Choco Mix. Советую всем, очень-очень хороший инструмент, великолепно вытягивает, и плюс еще антибактериальные свойства в компоненте, да, благодаря вот этим всем зубцам, да, и антистатик, конкретный ряд для антистатика. Вот такая расческа. Будут вопросы, коллеги, пишите, задавайте вопросы, подписывайтесь на мой канал в YouTube, я там выкладываю постоянно новые ролики про новые расчески, которые, возможно, ну, не выложил о группе ВКонтакте. Если же хотите приобрести данную расческу или что-то задать, пишите комментарии под этим видео, я все вам расскажу, покажу, вышлю фотографии вживую, чтобы вы могли их видеть. Всем спасибо, всем точных стрижек, пока!